Я каждый раз пью за тот день, за какой-то тот абстрактный день. Так повелось в наших эфирах. И сегодня я хочу выпить за тот день, когда наша с вами сегодняшняя беседа будет совсем не актуальна. Я хочу выпить за тот день, когда наша беседа будет бессмысленно, архаично и вчерашним днем. Я хочу выпить за тот день, когда человечество научится видеть в каждом из нас только личностные качества. И мы перестанем распределять и группировать друг друга по любым другим признакам, кроме человеческих качеств. 100%. Я хочу выпить за тот день, когда каждый из нас посмотрит в глаза не кому-нибудь, а самому себе и скажет, что я человек 21 века, для которого очень важно иметь собственное мнение, собственную какую-нибудь религию или ее отсутствие, то есть собственное мировоззрение, собственный цвет кожи и собственную национальность. Я отнюдь не протестую против наших национальных принадлежностей. Просто я считаю, как у нас, например, в Грузии, у нас больше десятка разных внутренних национальностей, наций, народностей. И для каждого из нас это всего лишь краска, это творческий цвет. И вот когда каждый из нас в мире научится видеть в национальности только творческий цвет и то наследие, которое мы получили от предков в результате своего географического появления на свет, только в том случае каждое из этих наследий, еврейское, арабское, грузинское, армянское, американское, русское, будут иметь по-настоящему большую цену. Я хочу выпить за этот день и сказать спасибо за конструктивную и интересную беседу. Гагуй Марджос. Пока. Спасибо. Спасибо тебе большое.